Вітаю наших глядачів, гостей. І сьогодні у нас вперше в торговому центрі, і, мабуть, і у всіх торгових центрах України відбудеться пряма трансляція з психологом Володимиром Науменко. Торгова команда нашої компанії запросила Володимира на спеціальну зустріч, актуальну в наш час, поговорити про паніку. Але перед тим, як передати слово Володимиру, хочу звернути вашу увагу, що як в проспекті, так і в інших торгових центрах нашої компанії підготовлені засоби дезінфекції та санрайзери. Звертайте, будь ласка, на це увагу. І ще одне. Якщо ви зайшли в торговий центр, а тут у нас працює команда діджитальщиків, фотограф, координатори, організатори, Володимир, я, гості, це значить, що ми всі здорові, що ми пройшли візуальний режим. Ви бачили, що на вході працюють спеціально навчені люди, і вони перевіряють. А тепер передаю слово Володимиру. До речі, Володимир – автор книги, вдумайтеся в назву, «Женщини правлять міром». Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – «Без паніки». Психоінструменти, як владнати своїми почуттями. Володимире, то скажіть, як нам сьогодні жити без паніки? Так, мене хорошо слышно, да? Всем добрый день. Спасибо большое за приглашение. Я рад, что вся ваша команда без паники сегодня организовала это мероприятие, и мы сегодня можем как в режиме онлайн, так и в живом режиме быть полезными, отвечать на вопросы и, конечно же, придать уверенности, потому что я сейчас смотрю то, что происходит в городе, вообще происходит в стране, в мире, это, конечно же, ужасает. Все люди как будто вот жили в одном измерении, и вот когда появилась новость про кризис, про коронавирус, все. У людей как будто поменялось все. На самом-то деле жизнь продолжается, и очень много зависит от того, как мы себя будем настраивать. Сегодня я поделюсь теми инструментами, я это называю психогигиена, которые позволят быть, вот знаете, в нужном настроении, которые позволят не бояться, которые позволят не подчиняться страху, да, и бояться, вот знаете, сделать шаг. Или купить всю гречку в магазинах, как сейчас происходит с туалетной бумагой. Нет, на самом деле жизнь продолжается, и в первую очередь зависит от нас, как мы будем относиться к себе и к тому, что происходит вокруг. Так, і я наголошую, що саме зараз вперше онлайн-трансляція на Фейсбуці та Інстаграм-сторінках торгового центру «Проспект». В коментарях прошу вас задавати питання, ми конспектуємо і їх задаємо, переадресовуємо Володимиру. Да, задавайте, пожалуйста, вопросы, с удовольствием отвечу. Может быть, вы сейчас уже столкнулись с какой-то конкретной проблемой, которая не дает вам возможности полноценно жить, да, или вот страх стал таким доминирующим в вашей жизни. Постараюсь вам помочь. С чего бы я хотел начать? Вот знаете, очень часто мы ждем какого-то особенного случая, особенного дня. Будь то Новый год, день рождения, день всех влюбленных, Пасха, Рождество, день независимости. Для того, чтобы поменять свою жизнь, для того, чтобы начинать что-то делать, для того, чтобы избавиться от каких-то вредных привычек. Но вот как психолог могу вам сказать, я уже много раз в этом удостоверился, когда такой день настает, ничего не происходит. Вот хотел кто-то бросить курить с Нового года, не произошло. Хотел кто-то избавиться от лишних килограммов. День рождения наступит, оливье покушаю, да, шампанского попью, все. На самом деле этого не произошло. И вот сейчас, казалось бы, для многих паника, да, что делать, как быть, тяжелая такая ситуация, весь мир, да, вот такой хаос. Я считаю, это мое субъективное мнение, что это прекрасная возможность для того, чтобы наконец-то заняться собой, своим здоровьем. Раз. Второй момент. Для того, чтобы задать себе вопрос, а может быть это время поменять мою работу? К примеру, если вы работали в туризме, да, это самое время подумать как раз о том, что, возможно, нужно ее поменять. Может быть, вы хотели что-то, вот знаете, для себя принять важное какое-то решение. Я думаю, что вот то, что сейчас происходит, показывает, что не нужно откладывать жизнь на потом. Хотите выйти замуж или хотите жениться, делайте это прямо сейчас. Делайте это вот прям вот в этом месяце, март 2020 года. Но
Это мое мнение, это моя позиция. Я понимаю, что многим она сейчас будет, скажем так, созвучна, вызывает резонанс. Но если вывод в панике, конечно же, вам будет сложно. И поэтому сейчас я хочу пройтись по тем конкретным рекомендациям, которые я рекомендую своим клиентам и также всем тем, с кем работаю в прямых эфирах, на мастер-классах, в онлайн-марафонах. Сейчас этого очень много. Хочу додати, чи правильно я вас інтерпретувала. Якщо відбувається десь у світі, на вулиці, якісь непередбачені обставини, то прокрастинація якраз зафіксувати, що сигнали зовні подають звернути увагу на себе. Задавайте питання. Все вірно, і я навіть хочу додати, от що дуже важливе, що... Ну, когда кто-то занимается своим здоровьем, да, все ждут, допустим, вот наступит весна, пойду в спортзал. Или вот мне нужно там обратить внимание, там что-то не так с сердцем, или, возможно, там есть, ну, какие-то другие, скажем так, проблемы. Но наступает весна, и никто никуда не идет. Но то, что сейчас у нас произошло и происходит, мне кажется, это очень хороший, правильный импульс заниматься своим здоровьем. По крайней мере, я вижу по своим друзьям, они начали заниматься своими какими-то там, кто-то на УЗИ пошел, кто-то пошел на какие-то другие там процедуры. Если бы сейчас не происходило того, что происходит, ничего бы не было. Поэтому, знаете, вот классная есть фраза, когда жизнь подсовывает лимон, все начинают, да, кривиться, он же кислый, там у кого-то там начинаются прям мурашки по телу идут. В таких случаях мудрые люди говорят, сделайте из лимона лимонад. Володимире, вибач і за моє почуття гумору, але якщо одна із рекомендацій перейти з сфери туризму, а люди починають звертати на свою увагу на своє здоров'я, то може піти в лікарі навчитися? Кстати, очень даже. Почему нет? Причем есть такие же, скажем так, активности вот в плане медицины, здоровья, где не нужно идти там 7 лет учиться, заканчивать интернатуру на доктора. Это очень здорово. Я еще хочу очень важный момент сейчас обозначить, как же все-таки действовать. Вот, к примеру, вы утром проснулись, прочитали там ленту Фейсбука или, к примеру, включили телевизор, и там какие-то плохие новости, и там какая-то негативная информация. Есть замечательная такая практика с Востока, когда к вам приходит какая-то негативная мысль, вы не отпускаете ее, не нужно от нее куда-то убегать. Просто возьмите и подумайте о чем-то хорошем. А потом вернитесь к этой негативной мысли. К примеру, вот вы услышали, там какая-то негативная информация появилась, что еще там численность, там смертность увеличилась от того, что происходит. Отставьте в сторону эту информацию и подумайте о том, как прекрасно, что ваши дети сейчас на карантине. Вам можно больше внимания им уделить, погулять с ними, да, пообщаться, узнать, чем они живут. А потом возвращайтесь к той мысли и к той новости, которую вы узнали. Что происходит на самом деле в нашей голове, в нашем мозге, да? Эта негативная новость, она как бы становится такой пустой, она становится блеклой, она становится, ну, как говорится, ни о чем. И вот когда только негативная мысль к вам прилетает, не нужно от нее вот убегать. Просто отставьте ее в сторону. Подумайте о чем-то хорошем. Может быть, о вашей мечте. Может быть, о том, как вы, к примеру, готовились к этому сезону, как прекрасно вы выглядите, посмотрев на себя в зеркало. А потом возвращайтесь к этой негативной мысли. Есть такая штука интересная, называется mind hacking. Это взлом мозга. Да? Это как обхитрить свой мозг. Так вот, когда вы научитесь, вот, скажем так, включать вот эту опцию «обхитрить свой мозг», в какой-то момент вы будете выше, вы будете над ним. И вот, как я всегда люблю говорить, пульт управления от вашей жизни, от ваших эмоций, от ваших мыслей, он будет в ваших руках. Володимире, дякую. Я хочу сказати, як щойно мене обдурив мій мозок. У нас тут працює команда, і мені пересилають онлайн-питання. І перше, що я читаю, зараз багато негативу в соціальних мережах. І тут у мене мороз по шкілі пройшов. Я думаю, це на нашу онлайн-трансляцію багато негативу. Виявилося все з точністю навпаки. У нас зараз поступають питання, і я зараз зачитую в продовженні нашої дискусії. Зараз багато негативу в соціальних мережах. Всі пишуть про те, що нас чекає у майбутньому. Як навчитися на це реагувати, не грузити себе і не грузити своїх рідних, близьких, друзів? Дякую дуже за вопрос. У мене, кстати, теж один пункт був, о котором я сьогодні хотів поговорити з вами, поділитися своїм опытом, своїм видінням. Все зависит, ну, многое, как минимум, зависит от пріоритетів в житті.
Если ваш приоритет бояться, если ваш приоритет, к примеру, увидев какой-то пост, сразу паниковать, окей, это ваше право. К сожалению, нас так научили. Боялись наши дедушки, бабушки, наши родители, были какие-то перестройки, кризисы, кто-то там застал немножечко войну, да, и так далее, и тому подобное. На самом-то деле, если ваш приоритет быть счастливым, быть здоровым, быть в гармонии с собой, то, ну, это, знаете, вот как есть, наверное, нам это очень знакомо, мы когда-то с тобой на эту тему говорили, по поводу пищевых привычек и лишних килограммов. Есть пищевой мусор, допустим, крабовые палочки и много-много того, что ничего не дает нашему организму, а только забирают. Вот точно так же и в том, что нас окружает. Поменяйте это, к примеру, да, какие-то плохие продукты на фрукты, на овощи. Поменяйте негативные мысли на что-то прекрасное. Посмотрите, сколько есть специалистов в мире, которые написали большое количество книг, у которых очень большое количество видеоконтента. Лично я, ну, приблизительно в среднем около 3 часов в день, это личное мое развитие и интерес, провожу в YouTube. Я не смотрю Comedy Club, да, я смотрю лекции, я смотрю очень интересные какие-то видео с того же острова Бали, да, люди рассказывают про медитацию, я смотрю очень интересные какие-то программы или выступления психологов, моих коллег, потому что для меня это интересно. Во-первых, меня это заряжает, во-вторых, я прекрасно понимаю, что это не дает возможности в мою голову просочиться какому-то негативу, поэтому включайте фильтры в социальных сетях. Старайтесь вот это токсичное окружение, которое у вас есть, я это называю вот эти, знаете, мега-эксперты. Давай поговорим про то, что сейчас происходит. Вот я там читал, а вот ты знаешь, прилетел самолет из Италии, и вот то-то, то-то, то-то. Не надо становиться жертвой этих экспертов, и самое главное, не ставайте такими же экспертами. Радуйтесь жизни, открывайте для себя что-то новое. Ну вот такая рекомендация. Дякую. Итак, не завантажуйте себя негативом. Так, і інвестуйте час та знання в себе. А ще наступне питання. Як не переносити у собі страх та переживання із коханою людиною? Ми вже перейшли на кохання. То, що, кстати, дуже актуально. Особливо, знаєте, от, коли приходить мужчина з роботи, і от він ділиться всім тим, що відбувається там в офісі, на підприємстві, там, где он работает. Точно так же бывает, в принципе, и как бы двусторонние такие, знаете, вот атаки. И, а давай-ка я с тобой поделюсь негативом. Я всегда говорю такую вот важную вещь. Нужно разграничить, где проблемы на работе, а где дом. Безусловно, есть такие вещи, которые мы, мужчины, хотим рассказать вам, женщинам. Потому что мы очень ценим, я сейчас говорю про качественных и здоровых мужчин, вашу мудрость, вашу поддержку. И вот когда нас что-то, знаете, тревожит, мы можем этим поделиться, но не нужно это ставить во главе всего, мол, я приду домой, сейчас свой негатив, да, на тебя вылью, сейчас мы посвятить, может, где-то часика 2-3 этому, а потом уже будем заниматься всем остальным. Вы приходите домой для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы уделить внимание себе, своему близкому человеку. Я бы сказал так, сделайте прям, это практическая рекомендация, такой стоп-лист вот по темам. Какие темы мы не обсуждаем, какие, на какие темы мы с тобой не говорим. И вот знаете, вот как есть в любви, когда мужчина и женщина экспериментируют, да, у них есть такой термин, как стоп-слово. Все, вот этого мне не нужно делать, или мне это неприятно, я не хочу. Пусть у вас ваше стоп-словом будет, к примеру, ну, что-то положительное. Только начинается какой-то негативный диалог. А вот ты знаешь, у нашего кума, который работает там-то, сестра заболела. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое вы имеете отношение к этой сестре? Поговорите о себе, о том, к примеру, как вы сегодня хотите провести этот вечер, какой будет романтика, возможно, что вы для себя откроете в плане интимной жизни нового. Вот какие темы должны быть. Еще раз, знаете, вот есть такой классный аллегория из жизни. Вот, к примеру, есть радио, и вы настраиваете там 102.0, вы слышите музыку. Если это будет 101.9 или 102.1, будет шум и музыка. Если это будет 95.4, то это будет только шум. Поэтому вы должны четко для себя определить, когда вы приходите домой, или когда вы находитесь рядом, или там в телефонном режиме со своим близким человеком, какую волну настраиваете вы. Там, где будет музыка, шум с музыкой, или только шум. Вам выбирать. Дякую, Володимире. Чи правильно я зрозуміла, що в наших сім'ях, в наших родинах ми самі є ньюсмейкерами, трансетерами тем та відносин?
Зараз я хочу озвучити авторське питання від Світлани Кириченко. Вот як можна помочь человеку, который в панике? От 5 ваших аргументів. Спасибо большое, Светлана, за вопрос. Значит, во-первых, нужно четко задать вопрос себе, а нуждается ли этот человек в помощи? Есть люди, которые находятся в таком состоянии, когда они закрыты. Закрыты вообще к чему-либо, к слову вашему, к действию, тем более, да, вот к этому, я это называю, режим спасательства. Будьте очень аккуратны. Если человек не хочет и не нуждается, и он не будет сейчас принимать эту помощь, то это, знаете, вот как, ну, можно же говорить со стеной, гипотетически да, но какой будет от этого смысл? Никакого. Следующий очень важный момент. Вот, кстати, мне когда-то понравилось на одном из видео Тони Робинса, как он действует на своих семинарах, что он делает. Он берет и делает разрыв шаблона. Как правило, что происходит? Да, вот, к примеру, ты в панике, пожалуйста, не паникуй. Вы должны резко переключить человека, заговорить о чем-то таком, о чем он сейчас не готов, к примеру, был услышать. Вот это называется и в НЛП есть, и в психологии разрыв шаблона. Человек сразу даже немножечко может быть в шоке, мол, как ты можешь сейчас об этом говорить, мне же плохо. Но тем самым вы перемещаете фокус этого человека. Тебе плохо, потому что ты боишься, что придет что-то, да, и заберет твою жизнь, или как-то повлияет на твою семью. А я говорю, к примеру, про сорт груш, который мы высаживаем на даче в августе этого месяца. Ну, к примеру, да, это такой пример, то есть может быть что-то и другое. То есть вам нужно переключить человека, то есть человек находится во власти вот этой паники и тревоги. Вы должны вырвать оттуда человека, потому что вот точно так же, как и в медицине, да, а если что-то есть внутри, и этого там не должно быть, то только нужно что делать? Обращаться к доктору, который разрежет, достанет, зашьет, все. Вы потом чувствуете себя прекрасно и хорошо. Есть еще очень важный момент, это когда просто достаточно ничего не говорить, знаете, прикосновение, тактильный эффект. Мы на самом-то деле что любим? Вот представьте себе, вы вспомните, когда были маленькими. Вы ударились где-то, упали с велосипеда, да? Или где-то кто-то там громко крикнул, и вы испугались. Что вам нравилось? Можно я прикоснусь? Это когда мы берем, да, нас мама или папа берет, или бабушка с дедушкой обнимает, или гладит, не переживай, все будет хорошо. Вот когда можно почувствовать вот эту энергию, теплоту, это тоже очень важно. Да, а поддержка должна быть обязательно. Плюс есть важные вещи, это когда... Самое важное, вот из всего, что я перечислил, вы, если хотите кому-то помочь, вы сами должны быть не в состоянии паники. Потому что если у вас, так знаете, вот немножечко вы там тремор внутренний, не переживай, все будет хорошо. Не будет все хорошо. Я не делаю тебе хорошо, я делаю тебе хуже, я усугубляю твою ситуацию. Поэтому вы должны, что вот делают в гипнозе, да, всегда набрали там полные легкие воздуха и медленно выдохнули. Вы должны успокоиться, вы должны снять вот это напряжение и только потом переключаться или с кем-то вот, ну там, уже там коммуникацию устанавливать. Если посмотреть на ребят, которые работают в службе там психологической поддержки, помощи, у них у всех в первую очередь такой прям медитативный настрой идет. Поэтому, Светлана, да, ваш вопрос. Вы должны сами быть в ресурсе. И только потом вы можете кому-то помочь. Если вы переживаете, если вы не можете справиться с этим внутренним напряжением, поймите, ну, это бессмысленно кому-то помогать. Світлано, напишіть нам в коментарях, чи ви отримали відповідь. Можливо, у вас будуть ще додаткові запитання. А у нас ще одне наступне повідомлення від фоловера у Фейсбуці. Владимир, є якісь практичні рекомендації, як збалансуватися в критичний момент? Роздраження, злості, паніки і не сорватися на близьких, на дітях, считать до 10, дышать, що реально допомагає? Спасибо большое за вопрос от фоловера. Смотрите, очень часто, когда мы срываемся, очень часто, когда мы вступаем в конфликт или инициируем ссору с кем-то, или нападаем на детей, ну что это происходит? Это происходит перенос нашего настроения на кого-то. Что нам нужно в данном случае сделать? Понять, что если мы не избавимся от стресса, от этого напряжения, то ну, все равно это будет происходить. Вот этот выплеск негатива.
Поэтому, когда я всегда говорю своим клиентам, вы, к примеру, хотите где-то там понегативить, да, или, скажем так, на кого-то выплеснуть свои токсичности, постарайтесь сделать это в том месте, где нет людей. Или не направляя вот этот свой негатив на людей. Кому-то помогает водная процедура, кому-то помогает просто выйти туда, где, ну, нет людей, покричать. Кому-то помогает контрастный душ, кому-то помогает конкретно даже терапия, которая есть, кому-то помогает медитация. Причем сейчас, смотрите, все, что угодно есть, да, в плане там приложения бесплатные, YouTube, где можно найти медитацию, аффирмацию, дыхательные практики. Кому-то помогает конкретно, даже вплоть до того, что вы знаете, что есть люди, которые значимы для вас, да, авторитетны для вас. Включаете ролик или включаете какой-то там аудиоподкаст и слушаете этого человека. Вам нужно вот, скажем так, словить нужную волну, потому что когда у вас внутри шторм, вы понимаете, могут пострадать все, кто возле вас. Вы должны себя сами успокоить. Бывает иногда очень классно срабатывает практика, когда вы, ну я ее сейчас вкратце расскажу, есть в гипнологии такая штука, как место покоя. Когда вы закрываете глаза, выделяете буквально несколько минут на эту практику и пытаетесь вспомнить какой-то классный такой прекрасный момент в вашей жизни. К примеру, может быть, когда вы получили какое-то там звание, да, повышение было. Может быть, когда вы попали в ту страну, о которой мечтали. Может быть, когда у вас родился там первенец, да, ребенок. Может быть, это день вашей свадьбы. Может быть, это день, когда вы заработали свои первые деньги и купили, к примеру, родителям подарок, поблагодарили их. Побудьте в том моменте. Есть еще такая, ну, как по скриптум, штука называется «места силы». Если вы не можете поехать туда физически, к примеру, там, кто-то любит там, к озеру поехать, в лес погулять, там, пообщаться с природой немножечко, вот знаете, выйти из состояния вот этой цивилизации, которая меня раздражает. Если вы не можете поехать, попробуйте как минимум закрыть глаза и поставить, вот есть тоже классная всякая музыка из разряда мантры, музыка дождя, музыка леса, и просто погрузиться в то состояние, где вы и в то место, где вы любите бывать. Если вам это не поможет, ну, могу тогда сказать только одно. Вам нужна помощь специалиста. Больше других вариантов нет. Володимире, дякую за це питання і відповідь. А ще у нас є коментар від Світлани, і вона також дякує за відповідь. Спасибо. Володимире, а зараз взагалі найважливіше питання. В принципі, на це питання і є сенс нашої зустрічі сьогодні. Воно, можливо, трохи медичне, але питання до тебе як психолога. Питання. Стоїть ли панікувати о коронавірусі? Мені одразу хочеться вспомнити, знаєте, є у нас такий южний регіон, це город Одеса, Одеська область. Там дуже багато живе тих людей, які люблять вопросом на вопрос общатися. У мене один вопрос. Зачем? Давайте так, будемо думати. Ви хочете панікувати. Окей. Но вы должны себе объяснить, зачем мне это нужно. То есть для вас же должна быть какая-то выгода. Вы же не можете просто так паниковать, потому что все паникуют, и я паникую. Но гипотетически можно, но если вы взрослый человек, то опять-таки зачем вы это делаете? Есть люди, которые живут тем, да, что вот они ведут себя как жертвы, они вечно ищут виноватых, они не хотят брать ответственность на себя в своей жизни. Конечно, этим людям выгодно паниковать, потому что они обвиняют, вот, это может быть там правительство, а может быть это какой-то заговор там всемирный, и они страдают. Это их нормальное, ну, в кавычках, состояние на ежедневной основе страдать. Но если вы здоровый человек, который понимает, что он хочет от жизни, от себя, что он хочет, скажем так, в профессиональном плане, ну, в моем, ну, скажем так, в моей голове не укладывается просто этот вопрос, зачем мне паниковать? Зачем мне, вот представьте себе, у вас есть прекрасная лужайка перед домом, где может расти несколько фруктовых деревьев, где может быть качели, там какая-то горка для деток, где может быть бассейн. И вы такие, не-не-не-не, я привезу несколько мафов, поставлю. Они не будут работать, там будет просто храниться барахло, весь будет двор занят, зеленой травы не будет, деревья нужно спилить, ну вот так будет. Вы понимаете, логики нет, поэтому нужно задаваться вопросом, а зачем мне? А какова моя выгода? Вот часто есть вторичная выгода в отношениях, когда есть насилие в семье. Бьет, значит, любит, шутят на эту тему, это хотя страшная шутка.
На самом-то деле, очень часто, когда я работаю с женщинами, я говорю, ну зачем тебе это нужно? И вот как-то одна женщина мне сказала, вот уже перешел на отношения, она говорит, ты знаешь, говорит, Володь, когда он там раз в месяц выпьет и поднимет на меня руку, он меня потом задаривает подарками, он ползает у моих ног, он говорит, как любит. Я говорю, а в те дни, когда этого не происходило, да, то есть, ну там, насилия, этого нет. Она говорит, нет. Я говорю, теперь ты понимаешь, в чем причина того, что ты не хочешь уходить, что ты терпишь это насилие? Ну, тоже вот такой пример из жизни. Тобто, якщо ви, я або хтось інший прийняв рішення панікувати, то це має бути стратегічне рішення. Дякую. Так. Не можу зустрічатися із родичами. Вони постійно скаржаться на життя, що все погано. І після зустрічі з ними, відповідно, стає погано мені. Що робити? Це наступне було питання. Да, спасибо большое за вопрос. Сразу хочу ответить так. Есть вещи, на которые и люди, на которые мы не можем повлиять. Курс доллара можем повлиять? Нет. Токсичные родственники, можем на них повлиять? Нет. Единственное, что мы можем сделать, мы можем поменять свое отношение к тому, что происходит, и к тому, что делают другие люди. Это первое. То есть не надо кого-то пытаться поменять, и не становитесь жертвой, да? Вот, скажем так, мыслей, поступков, слов этих людей. И вот здесь второй, скажем так, совет сам по себе уже просится, чтобы я его озвучил. Вы должны включать фильтр. Есть такая тема в психологии, как личные границы. И вот если, к примеру, я сейчас сяду тебе на руки, да, я нарушу твои личные границы, тебе будет некомфортно. Точно так же ты мне, да? Как минимум, вот видишь, ты уже начинаешь потихонечку отклоняться, как минимум я должен спросить, а могу ли я сейчас сделать вот это? И если я получаю, скажем так, зеленый свет, ты мне говоришь, да, окей, хорошо. Но очень часто родственники, они не задают вопрос, мол, а можно я тебе сейчас испорчу настроение тем, что я расскажу, как 20 лет назад твой папочка или твой, там, к примеру, кто-то мне испортил жизнь. Когда я была вот такой-такой, могла там построить семью, а я вот с ним, алкоголиком, там, жила там то-то, то-то, то-то. Вас никто не спрашивает этого. Поэтому вы имеете право сказать, я не хочу на эту тему общаться, или, пожалуйста, я сейчас не готов, или я не готова на эту тему говорить. Мы можем к ней вернуться потом. Я сама скажу или сам скажу, когда буду к ней готова. Но очень часто люди могут вас не услышать. И тут включается что? Волшебная манипуляция. Мол, конечно, тебе наплевать на меня. Конечно, ты только о себе думаешь, ты же меня не любишь. Сразу хочу сказать, вы должны быть готовы к этому. У вас должны быть заготовлены противодействия для манипуляций. Вы должны четко понимать, что делать. Для этого, скажем так, ну, свои должны быть, знаете, заготовки. На эту тему, кстати, классная есть книга Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой». Понятное дело, в рамках нашего мероприятия я не могу все полностью рассказать, но вот «Я манипулирую тобой» — это замечательная книга, где есть очень много ответов. Она просто, знаете, сфокусирована на том, как общаться с манипуляторами и как себя защитить. В том числе, очень часто самые близкие люди — это самые жесткие манипуляторы. Особенно вот вспомнилась такая еще фраза, которая звучит и от друзей, и может быть где-то звучать от тех людей, которые, ну, имеют какие-то родственные с вами связи. Не в службу, а в дружбу. Это самая жесткая манипуляция. И, как правило, после этого люди начинают просто вами пользоваться. Поэтому учитесь говорить «нет». Ведь каждое «нет», которое мы говорим кому-то, это «да», которое мы говорим себе. Дякую. У нас було два питання від користувачів у Фейсбуці. Я вас дуже попрошу написати коментар, чи ви отримали відповіді і чи у вас з'явилися, можливо, ще якісь ідеї. Нагадую, що кожен може задати питання на сторінці «Проспект» у Фейсбуці або Інстаграм. І наша тема – без паніки. Але уже друге питання, яке ми отримуємо. Як ти думаєш, про кого? Наверное, про отношения мужчин и женщин, да? Нет, про родственников. А, отлично. И я зачитаю. Кстати, более личный вопрос. Користувач у Фейсбуке это называет более личный вопрос. Не могу пообщаться с родственниками, они постоянно жалуются, что с ними все плохо. Что делать? Как убедить? Какие существуют методы? К сожалению, я нахожусь далеко, могу помочь только словами. Спасибо за такой, скажем так, достаточно личный вопрос. Мой ответ будет очень прост.
никак. Никак нельзя помочь, и я бы сказал, даже не нужно помогать. Объясню почему. Как работает мышление жертвы? Как работает мышление тех людей, которым выгодно жаловаться, которые ни за что не откажутся от своей позиции, мол, ну вот, я буду там здоровым человеком, понимая, что это моя ответственность, теперь я не буду жаловаться. Люди, я придумал название, есть такой прямо термин, аббревиатура ПЖ, позиция жертвы. Так вот, эти люди, которые на самом-то деле, да, вот занимают такую позицию, это их стиль жизни. Ведь так много единомышленников, и всегда можно найти крайнего, ведь всегда можно, знаете, вот всю вину на кого-то, да, на чьи-то плечи перекинуть и сказать, вот, мне так плохо. Эти люди живут в негативе, в обидах, эти люди живут в претензиях к миру, к людям, к себе. Поэтому у меня есть даже свой термин, я его озвучу, вот тому человеку, который написал вопрос, я называю таких людей «люди-пестициды». Это люди, с которыми вам не нужно пытаться, да, вот как-то, ну вот, найти вот этого, знаете, включить мать Терезу в себе. Потому что им не нужна на самом деле ваша помощь. И если вы пробовали, у вас не получилось, вы еще раз попробовали, не надо делать это на постоянной основе. Как минимум, я уверен, 100% это время, которое вы выделяете на общение с этими негативными людьми, вы можете инвестировать в себя или в тех людей, с которыми как минимум вам будет комфортно. Или с теми людьми, с которыми вы можете быть на одной волне. Потому что с вопроса я понимаю, что вы не токсичный человек. Но в силу вот этого, знаете, нашей хорошести, в силу того, что ну, надо же как-то помочь всем, да, в силу вот этого служения, не все люди хотят и нуждаются в вашем служении или в вашей помощи, как минимум даже там словом. Поэтому здесь, опять-таки, включайте фильтр. И таким людям никак невозможно помочь до тех пор, пока они сами не скажут. Я хочу, я готов пробовать. Что может мне помочь? Заметьте, что всегда говорят жертвы. О боже, за что же это мне? Ну когда же это все закончится? Боже, почему ты меня так не любишь? Вот так они мыслят. Как вы можете помочь этим людям? Никак. Просто никак. Дякую. Тобто, якщо не просять допомоги, то і відгукуватися немає смислу. Це просто ну, недоречна інвестиція свого часу. Я даже скажу больше, что если вы будете насильно помогать, вот знаете, мы с коллегой моей Татьяной Лариной, тоже известная очень такая медийная личность, мы делали онлайн-курс, который называется «Токсичные отношения. Люди-манипуляторы. Как себя защитить?». Так вот, Таня любит шутить на тему «причинить кому-то добро», в кавычках. То есть вот когда вы начинаете причинять это добро, этот человек может сказать, а вот помнишь, Владимир, ты мне посоветовал, так вот у меня не получилось, ты виноват. Как же ты мог, близкий ко мне человек, родной мне человек, такую вещь мне сказать? А что на самом деле в реальности было? Мой совет послушали, но из разряда, знаете, вот у некоторых людей даже по лицу видно, совет свой себе посоветуй. То есть как жили, так и продолжают жить дальше. Так. Питання з Інстаграму. Кажеться, що я подавляю в себе постійну тривогу. Що робити, коли тяжело на душі? На душі в кавичках. Скорее всего, вам не кажется. Спасибо за вопрос. Скорее всего, так и есть. Судя по вопросу, я бы порекомендовал в первую очередь, я это называю тяжелая артиллерия, обратиться за помощью к специалисту. Потому что, скорее всего, вы уже пробовали что-то сделать, но это не возымело должного, знаете, вот как бы не привело вас к нужному результату. Первое – это обратиться к специалисту. Или второе, если, к примеру, сейчас не готовы, финансово там сложно, или, к примеру, не знаете, да, какому специалисту, я имею в виду, что вот он 100% был профессионалом, попробуйте найти в вашем окружении того человека, который, или тех людей, которые уже преодолели данную проблему. Тех людей, которые уже знают, как решить эту проблему. Просто на своем примере, даже не на конкретной рекомендации, они смогут вам, знаете, быть полезными, ну, как минимум, как мотиваторы, что ищи, и ты найдешь. Вот у меня получилось так. Может быть, тебе это поможет, а может быть, поможет что-то другое. Ну, вот такие две вещи я бы порекомендовал сделать.
зрозуміло, нагадую, що в нас зараз демонструється пряма трансляція на Фейсбуці і Інстаграмі «Проспект». Ми отримуємо запитання і в онлайн-режимі Володимир, психолог-практик, дає роз'яснення, рекомендації, відповіді. Так, одні люди хворіють постійно, а інші навіть у віці 70 років ніколи не були у стоматолога. Чому так відбувається? Ну, таке аналітичне запитання. Тут можно вспомнить, процитировать Бенджамина Франклина, он когда-то замечательную вещь сказал. Есть люди, которые умирают в 25 лет, а их хоронят в 70 лет. И вывод такой. Знаете, вот счастье, как и несчастье, это выбор и это привычка. Точно так же и здесь. Быть здоровым или быть больным, быть нездоровым, это тоже выбор. Есть люди, которые, ну вот даже ипохондрию можно вспомнить, есть специальный такой термин, у них нет этой болезни, но им кажется, и вот они чувствуют, что она есть. Кстати, вот когда, ну приблизительно это есть и у большинстве случаев на медицинских факультетах, и у психологов есть, второй, третий курс, когда изучают все болезни, то студенты начинают примерять их к себе. О боже, наверное, у меня эта болезнь. Там 100 болезней изучили, и вот это, а я даже не знал, что есть такие болезни. Поэтому здесь очень важно, опять-таки, чтобы вы для себя решили, что такое быть здоровым для вас. Что такое быть здоровым, это то, как говорят люди авторитетные для вас, специалисты. Потом вы приходите к общему знаменателю, для меня, допустим, здоровым быть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вы начинаете использовать эти правила, эти стандарты для своей жизни. Когда-то мне очень понравилось, в журнале Esquire появилась такая рубрика, потом они начали книжки отдельно делать, правила жизни. Они выбирали известных людей и интервьюировали их, и выписывали там Луи Армстронг, ну даже тех, кого уже нет, да, или там Джей Ло, вот что для вас важно, что для вас ценно. И вы знаете, что удивительно? Я проводил не один раз эксперимент. Как правило, вот общаясь с людьми, я задаю вопрос, а какие у вас стандарты или правила жизни? Человек в лучшем случае может процитировать Фаину Раневскую, там, да, или какой-то сейчас, какой-то селебрити с какой-то фразой. Но, опять-таки, этого недостаточно. У вас должны быть свои стандарты. Можно еще вспомнился такой момент, когда-то в коучинге мне понравился один инструмент, он называется «Колесо баланса жизни». Я его немножечко видоизменил под себя, вы можете там загуглить, потом найти «Колесо баланса жизни». И вот там первая часть, это как бы 8 очень важных таких, знаете, направлений в жизни, называется «Здоровье». Я всегда рекомендую своим клиентам, говорю, выпишите 10 золотых правил для своего здоровья. К примеру, сдавать анализы, все анализы один раз в год. Второй момент. Если, к примеру, вы чувствуете, что у вас что-то не так, к примеру, там сердечко барахлит, ножка болит, глазик дергается, да, там еще что-то, пойдите к специалисту. Не ждите, пока вот уже, знаете, наступит момент, когда будет скорую вызывать или когда вас быстренько будут госпитализировать и говорить, нет, уже дневным стационаром тут не обойтись, вам нужно полежать в больнице. На своем примере. Я 8 лет шел к лор-врачу. И вместо одной операции в этом феврале мне сделали 3. Это моя проблема. Это то, что я все никак не мог подобрать лучший день для этого. Потом мне было страшно. Я думал, о боже, мой общий наркоз, мой нос будут как бы там раскручивать, там чего-то сделать. На самом-то деле все прошло идеально. Спасибо большое. Очень классные есть специалисты. И, ну, теперь это другая жизнь, когда я независим от вот этих капель сосудосуживающих, да, знаете, которые пшик-пшик в нос, где пишется 7 дней максимум, я 8 лет пользовался. Ну, за это и заплатил, собственно говоря. Тобто, якщо жити за своїми стандартами життя, не за Фаїни Раневської, то, можливо, і питання паніки буде набагато на нижчому рівні. У нас є питання від Христі. Христя, я вас вітаю. Так. Христя, я вас вітаю. І ваше питання. Як перепрошити негативні установки в позитивні? Які є конкретні методи? І заранее спасибо. Спасибо большое за вопрос. Вот, кстати, сегодня я начинал с этого своего выступления, да, и эфир. Вы можете посмотреть, это будет в записи доступно на вашем аккаунте. В Фейсбуке все всегда, в Инстаграм 24 часа. Есть классная такая вот
скажем так, методика с Востока. Когда что-то вот негативное к вам прилетает, не нужно от этого избавляться, не нужно отказываться. Просто отставьте это в сторону и подумайте о чем-то хорошем, а потом возвращайтесь уже к негативной мысли. Тут еще хотелось бы вспомнить, мне посчастливилось учиться, кстати, в Киеве этот человек имеет свою студию, и он проводит обучение, и ездит и по другим странам, Ян Тиан. Это учитель трансцендентальной медитации. У него есть замечательная фраза. Это как бы его кредо по жизни, и вообще вот то, что он пытается донести в первую очередь своим ученикам или людям, которые интересуются йогой, медитацией. Он говорит такую вещь. Перед тем, как подумать, подумай. Может быть, она сложная для восприятия, да? Вот перед тем, как подумай, подумай. Я очень, энное количество времени не мог понять, а как я могу это применить к себе. А потом, когда я начал практиковать, вот перед тем, как подумать, я начал думать, многие мысли, они у меня исчезли из головы. Многие мысли, они начали, вот знаете, как бы обходить меня стороной. Почему? Потому что я включил просто это правило. Прежде чем как подумать, да, подумай. Поэтому попробуйте его, возможно, оно будет ценно и полезно для вас. Тобто тема управління своїми власними думками – це теж актуально і важливо. Так, як впливає криза на відносини? Чи є зв'язок із погіршенням ситуації у світі, із проблемами у стосунках із близькими людьми? Теж дуже актуальний вопрос, спасибо большое. На самом-то деле мы очень уязвимы. Почему? Потому что, мы видим, да, в принципе, потому что сейчас происходит, есть масса болезней, которые очень опасны. И которые, вы понимаете, каждый день мы можем сталкиваться с носителями этих болезней. Но мы не носим маски, не носили раньше. Мы не боялись ходить в кинотеатр. А сейчас, получается, нам сделали информационную вводную, да, определенную, и мы все начали бояться. Так вот, мы уязвимы по нашему незнанию. Когда человек знает, изучает, к примеру, отношения – это искусство. И мало прочитать книжку «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», да, или «Думай как мужчина, поступай как женщина». К сожалению, этому нигде не учат. К сожалению, только зачастую, почему говорю «к сожалению», мы смотрим на тот сценарий, который демонстрировали наши родители. А кто-то вообще воспитывался и родился в семье, где был один родитель. Поэтому для того, чтобы не было этого переноса, для того, чтобы не было вот этого негатива, этого кризиса, который есть в мире, в ваших отношениях, вы должны четко для себя поставить задачу. Возможно, прямо даже с сегодняшнего дня, пусть это ваша будет точка отчета. А что я знаю об отношениях, а чего я не знаю? А в чем я хочу преуспеть? А что мне нужно делать вот в первую очередь с собой, чтобы моему партнеру было хорошо, а также задать вопрос своему партнеру, а что тебе нравится во мне? А почему ты когда-то выбрал или выбрала меня? А что бы ты хотела, заметьте, негатив убираем, не то, что не нравится во мне, а что бы ты хотела, чтобы во мне поменялось, возможно, или что бы ты хотела, чтобы я проработал в себе? Должен быть диалог. Плюс, если вы четко понимаете, что вы пришли сейчас в состояние нересурса, к примеру, домой или на свидание, или вы встретились где-то там с вашим любимым человеком, это несложно сказать одну фразу. Давай сегодня, наверное, будет у нас меньше, да, общения, потому что у меня как-то внутри неспокойно. Или, ты знаешь, я бы хотела, чтобы, я с женщинами работаю, часто уже говорю как бы от их лица. Я бы хотел, чтобы сегодня мы говорили не о наших планах на будущее, а поговорили о том, что реально волнует всех нас. И делать это не в формате претензии, боли, агрессии, а просто спокойно, ровно говорить. Ведь часто, вот понимаете, мы там, где нет проблемы, мы ее придумываем, и мы просто вот начинаем строить дом целый из проблем. Зачем это сделать? Если вы, к примеру, пришли, да, и вы там такой заряженный на негатив, понятное дело, вы начнете видеть в своем партнере что-то не так. Или начнете вот что-то говорить, а возможно, ваш партнер сейчас не готов к этой информации и начнет, а зачем ты мне эту информацию рассказываешь, а вот ты вот так, тут тебя это беспокоит, а в наших отношениях не беспокоит, поэтому вы должны предупреждать. Опять-таки, диалог. Мне сегодня плохо. Я сегодня, знаете, как женщины в определенные дни, они говорят, не трогай меня. Не надо. Это опасный день. И мужчины знают. Мы прекрасно понимаем, что будь осторожен.
будь, скажем так, сдержан, уважай женщину, потому что сегодня она, ну, мягко говоря, не принадлежит тебе, а завтра будет все снова хорошо, или через 7 дней, да? Володимир, а зараз буде нокаут. Питання від моєї колеги Людмили Чеснокової. Вона насправді дуже хотіла подивитися ефір з тобою і задає питання. Зверни увагу на формулювання. Уважаємий Владимир, якщо, по вашому мнению, женщины правят миром, то какую роль в этом мире вы отводите мужчинам? Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать современная успешная женщина? Спасибо большое за вопрос. Это реально нокаут. Но я готов был к нокауту. Поэтому отвечу вот каким образом. Во-первых, нужно разобраться на берегу, да, о том, что я вкладываю в свою формулировку «женщины правят миром». Женщины правят миром – это не значит, что женщина стала, да, вот там, к примеру, президентом, да, или, ну, не обязательно, да, или что стала самой главной, да, которая там богом и правит всем миром. В первую очередь, это женщина, которой очень хорошо и комфортно с собой. То есть, когда она знает, чего она хочет, когда она любит и она любима, когда, это уже начал перечислять вот эти качества, да, когда она непосредственно имеет энергию, которая ей нужна для того, чтобы там сегодня пойти в магазин, пойти в салон красоты, заняться любовью там, или что-то еще сделать. Вот это очень важно. Что касается мужчины, какая роль отводится ему? Ну, мужчина на самом-то деле, его, если так вкратце классикой, да, классику сейчас вспомнить, мужчина – это добытчик, мужчина – это достигатор. Что нужно ему конкретно от женщины, это чтобы она верила в него, чтобы она ему помогала, чтобы она его заряжала своей энергией и вот этим, знаете, своим кайфушным состоянием. Ведь на самом-то деле очень часто мне задают на выступлениях вопрос: Владимир, а какая женщина, ну или какие женщины больше всего нравятся мужчинам? Ну и тут начинаются, знаете, такие философские уже. Брюнетки или блондинки, философский вопрос. Да, или говорят, вот если такая фигура или такая, объем такой или такой, возраст такой или такой. На самом-то деле, возможно, для кого-то это будет сейчас новостью, а может быть, вы в который раз убедитесь в том, что, я так думал или я так думала. Мужчинам нравятся женщины, которые умеют получать удовольствие от себя, от жизни, от своего партнера, от того, что они делают. Это в первую очередь не блондинки и не брюнетки. Женщина может быть модельной внешности, женщина может быть молодой, у женщины может быть там два высших образования. Но я вам скажу как мужчина. Если женщина не получает удовольствие от себя, вот она вечно в каком-то состоянии жертвы живет, ей все не нравится, она постоянно чем-то недовольна, мужчина не будет хотеть находиться с такой женщиной. Ну или просто, знаете, он будет периодически появляться в ее жизни, брать то, что ему нужно, а потом исчезать. Поэтому в первую очередь вы должны кайфовать от себя. У меня есть даже такой свой термин – кайфономика. It's all about fun, я так говорю, да, то есть это искусство получения удовольствия от себя. Сейчас, кстати, есть проблема, может быть, даже вопрос сегодня будет с этим связан. Есть такой термин ангедония. Что это такое? Это когда человек парализован, он не может, не в плане физическом, не может получать удовольствие вообще от жизни. Вообще отсутствует опция «я получаю удовольствие». Или от этого мне, или от кого-то мне хорошо. И это большая проблема. Причем это как в личной жизни у людей, так и в бизнесе, и в профессиональном секторе. Многие люди, вот я встречаюсь, и друзья мои, и коллеги, и я понимаю, что вот это отсутствие получения удовольствия, это стало таким трендом, к сожалению. Поэтому еще важное такое заявление. Кризис, там, какие-то сейчас коронавирусы, это все то, что съедает вот эту, знаете, силу, да, вот, скажем так, опцию получения удовольствия. Поэтому не давайте возможность кому-то или чему-то забирать у вас. Это реально право, которое нам дано от рождения. Быть счастливыми, радоваться жизни, кайфовать. И вот это то, что, опять-таки, как и маска на лицо, как и мыть руки, да, это то, что очень помогает в тяжелые времена. И вообще, на ежедневной основе это должно быть нашим таким неотъемлемым ритуалом. Получение удовольствия от себя, от жизни, от того, что вы делаете. И, конечно же, если вы сейчас в отношениях, от вашего любимого человека.
Христино, Людмило, дякую за ваші питання на діджитальних сторінках проспекту. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Володимире, наступне питання, я його зачитую. У мене проблема, я завжди турбуюся і думаю про інших, а вони цим користуються. Як себе змінити? Спасибо большое за вопрос. Сегодня тоже я уже об этом говорил. Вы находитесь в состоянии, ну, жертвы для манипуляторов. И опять-таки, я бы порекомендовал разобраться, откуда у вас это состояние появилось. Может быть, это, ну, благодаря вашим родителям. Иногда детей, знаете, задергали, затуркали как бы с детства. И у них вот есть вот этот прям, знаете, такая... Как бы не было такой опции, не было такой характеристики в их жизни. Почему? Потому что если посмотреть на детей, какие они жизнерадостные, у них все проще. Даже вот сейчас, я сегодня ехал на мероприятие, и я смотрю, как дети кайфуют. У них выходные, у них карантин. Сильно они там парятся или думают про то, что, боже, что будет завтра? Может быть, этого мира не будет? Или, может быть, там еще что-то произойдет? Они ловят вот этот момент, как говорят, да, еще на латыни говорили, carpe diem, лови момент. Они кайфуют от того, что весна, можно походить без шапки, по крайней мере, если родителей рядом нет. И без носков. Да. О, это сейчас вообще супер мода, вот эти туфельки, подстреленные штанишки, и, ну, это вообще, это отдельная тема для разговора. Еще очень важный момент. Вы должны четко понимать, что вот эта тревога, это вот представьте себе, у вас есть там очень классный, к примеру, ноутбук, и на нем есть вирус. Вы хотите поиграть в какую-то игру, вы хотите посмотреть фильм, а у вас нет этой возможности, потому что операционная система тормозится, да, есть какие-то глюки, компьютер может выключиться, компьютер может вообще зависнуть, вам некомфортно от этого. То есть все вещи, которые нам мешают, которые нам ничего не дают, от них нужно избавляться. Вирус на компьютере... Антивирусник запускаем, покупаем или, ну, находим где-то в интернете. Тревога – это то, что нужно убрать. Это то, что нужно заменить, вот как вредную привычку заменяет на полезную, на более вкусную, на более качественную. Точно так же сделать нужно и здесь. И еще очень важный момент. Постарайтесь сделать чистку вашего окружения. Вот эти люди пестициды, да, хватит. Хватит быть их жертвами, хватит людям давать возможность пользоваться вами. Жизнь дана совершенно для другого, для любви, для счастья, для, знаете, вот качественных вибраций, когда вы в гармонии с собой. Это не просто слова, это реально стиль жизни, это состояние, которое должно быть внутри. Володимире, у нас є ще багато питань, але я от їх паралельно моніторю. Вони стосуються певних блоків, які ми вже проходили. Нам би хотілося покрити якнайбільшу сферу, ну, от нашої людської життєдіяльності і зв'язок там душі, тіла, емоцій, відносин. Але є таке питання, яке, ну, особисто я звернула на нього увагу. Питання із Instagram. Как научиться получать удовольствие от жизни? Какую кнопку нажать? Да, тут, наверное, про кнопку. И дня не хватит, чтобы ответить на этот вопрос. Про кнопку. Я сразу вспомнил про другую кнопку, да? Про, вернее, про точку, которая есть, если мы возьмем книги о сексе, о любви, там есть своя точка G. Ну, давайте это тоже назовем точка G, это точка удовольствия. В первую очередь, вот, что говорят ученые, что говорят психологи, врачи, да, ну и много-много других специалистов. 95, а может быть и больше процессов у нас происходит в голове. Даже когда мы занимаемся любовью, вот все здесь начинается. И многие говорят, вот есть какие-то проблемы в плане физиологии. На самом-то деле, если устранить проблемы из головы, то с телом все будет в порядке. Поэтому нужно искать в первую очередь проблему или то, что вам мешает получать удовольствие в вашей голове. Приведу такой живой пример. В прошлом году одна девушка мне, клиентка моя, говорит, я хочу расстаться со своим парнем. Вот мы с ним там год встречались, все. Я говорю, а почему? Ну, как бы нет ответа. Я говорю, а ты его любишь? Она говорит, подумала так и говорит, я думаю, что люблю. Я говорю, да, вам нужно расстаться. Она так на меня смотрит, мол, ну как, почему? Я говорю, смотри, есть такие фразы уже крылатые, да? Я тебя кохаю, я тебя люблю, I love you, je t'aime, te amo, их либо дих.
где в этой, хотя бы в одной фразе, я сейчас на разных языках сказал, есть слово «думать». Думать. О любви нельзя думать. Любовь ты или чувствуешь, я тебя люблю, или я тебя не люблю. Я говорю, если ты сказала, я думаю, что я люблю его, значит, ты не любишь этого человека. Так вот, вывод какой, да, по поводу этой кнопки. Ваш мозг. Я вот над этим работал и сейчас работаю очень активно. Я учусь жить по сердцу. Вот как там внутри тебе говорят. У женщин вам больше чуть-чуть повезло, чем нам, мужчинам. У вас есть интуиция. Но мы привыкли жить, вот как наш мозг скажет, какую команду выдаст. Мы все анализируем, нам как-то так сложно. Не надо усложнять. Есть классная книжка тоже, вот сегодня рекомендую литературу. В прошлом году она была хитом продаж. «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Марк Мэнсон написал, ну, шикарная книга. В чем смысл? Смысл заключается в том, что не надо усложнять себе жизнь. И там, когда вот у вас есть какой-то такой момент переломный в жизни, или когда вы задаетесь вопросами, ну как от этого получать удовольствие, ну вот что нужно еще сделать, поймите, что это ваш мозг работает. Сердце очень часто для того, чтобы принять решение по сердцу, жить по сердцу, ну для этого нужны секунды, иногда доли секунд. А когда вы, вот надо с этой мыслью переспать, или... Так, что бы еще сделать? Может быть, еще что-то нужно сделать, чтобы вот принять какое-то решение? Это вы напрягаете свой мозг. Как правило, мозг, он такой, знаете, все должно быть четко, анализ, он вообще не про удовольствие. Я даже скажу больше, вот сегодня записывал видео на эту тему для своего Instagram-аккаунта, что в основном мозг, приблизительно статистика, 70-80% всего, что происходит, это с фокусом на негатив. Кто-то у нас тут шумит, да? Дети. То есть очень важно, чтобы вы четко понимали, что там, где есть один мозг или большая часть мозга, это не про удовольствие. Ну очень сложно удовлетворить свой мозг, потому что сегодня он хочет iPhone 11 Pro, а завтра он хочет Samsung, да, S20 Ultra. Это не на правах рекламы. Потом он хочет в Таиланд отдыхать, да, лететь, потом на Кубу, а потом он хочет попробовать что-то еще. Вы должны прислушиваться, ну, вот даже классная есть песня у Мачете «Ныряй глубоко». Нужно глубже нырять. Мы все, к сожалению, не знаю, всем информация это зайдет или нет, но мы на поверхности находимся. Поэтому нам так тесно, поэтому нам кажется вот все не таким. Все вот как-то, ну вот я бы хотел улучшить. Или как-то все должно быть по-другому. Поймите, Вселенная и природа, они уникальны тем, что они дали нам максимум, который может быть. Проблема в том, что мы не хотим это принимать. Есть еще, вот вспомню, одна такая важная вещь, что часто делают, к сожалению, да, своего рода, как калечат родители детей. Вот ребенок хочет развиваться, да, в каждом возрасте есть какие-то свои этапы, там, 3 годика теория негативизма, нет, не хочу, не буду. Ребенок хочет попробовать что-то своими ручками, там, да, мальчик там свое, девочка свое. И вот часто родители говорят, у тебя руки... из одного места, да, или говорит, уйди, все испортишь. И вот вырастает этот вчера еще или позавчера маленький ребенок, мальчик или девочка. Что получается, какая проблема по жизни будет идти? Выученная беспомощность. Человек будет сидеть, и пока ему не скажут, он ничего не сделает. Потому что он будет изначально уже запрограммирован на то, что если я это сделаю, будет плохо. На уровне подсознания будет срабатывать вот этот, знаете, мол, папа будет кричать или мама будет говорить, какие у меня 2 левые руки. А на самом-то деле, ну, это большая боль и большая проблема, которую, кстати, нужно решать именно со специалистом. Потому что есть еще один очень важный момент. Вам досталось это по наследству, и это достанется по наследству кому? Вашим детям, к сожалению. Поэтому меняйте этот сценарий, и тогда ваша жизнь тоже поменяется. И ваши дети вам будут за это очень благодарны. Володимир, знаєш, ми на початку вирішили поговорити, як жити без паніки, а закінчили темою ЖТМ. Клас. Нагадую, що у нас щойно була пряма трансляція на Фейсбуці та Інстаграм-сторінках ТРК «Проспект», і ми мали дискусію з психологом-практиком Володимиром Науменко. У мене є одна або навіть 3 гарні новини. У понеділок Володимир отримує щойно надруковану свою книгу «Женщини правлять міром».
І от ці три книги будуть розігруватися на діджитальних ресурсах ТРК «Проспект». Це перший меседж. Ще що хотіла сказати. Я намагалася якнайбільше законспектувати, але я повернуся додому і ще кілька раз перегляну це відео. Ми запостимо рекомендації Володимира і щодо п'ять принципів, і яку літературу прочитати. Я зачитаю, що зробила я для себе. Управляємо своїми думками. Це перше. Друге. Ставимо собі цілі. Третє. Перед тим, як подумати, подумай. Знайти комфорт із собою і налаштуватися на таку ноту, вірити, заряджатися і бути кайфушною. Дякую. Ми завершуємо наш діджитальний онлайн-ефір. І дякуємо. Спасибо вам большое. Можно я немножечко добавлю по поводу книг, которые будут с понедельника уже доступны и будут разыгрываться? Также я хотел бы сказать, что если кто-то захочет с подписью, с пожеланием, да, личным, индивидуальным, я обязательно это сделаю. Плюс в каждой книге еще будет два сюрприза. Поэтому вы получите не только книгу, но еще несколько подарков лично от меня. Не паникуем, а розыгрываем книжки, потому что женщины правят миром.